Микроэкранчик. Блять, ты заебал, заткнись нахуй уже, блять, у меня башка трещит, сука, ты заебал реально уже. Мне кажется, Жожа может людей до сумасшествия доводить, блядь. Вот, блядь. Суицида. А чё, на кого орать? Бля, у меня реально уже башка нахуй болит, блядь, это пиздец. Я отходил, ты чё говорил? Ты, блядь, с наушниками отходил, уёбище, блядь. Не получилось наебать, да, Жожа? Что-то не то видел, да, наверное? Бля, такой ты хуй сын хуйни, блядь. Я тебя оскорблял вот сейчас, в данном моменте? Неважно, заткнись на 2 минуты, блядь, пожалуйста. If you ever lock your keys in the car, here's a way to get it unlocked. And all you need is a tennis ball. So put a hole in the tennis ball, and then press it up against the lock and push in. The air pressure will cause it to unlock. Чего, блядь? Пиздёж же ёбаный какой-то. Ну да. Ой-ой-ой. А тип не понял, что... Не, а типа, чём прикол, блядь? Это реально так работает? Мне кажется, нет. Я не знаю. Хуй знает. А что он туда запихнул шарик? Да? Ничего, он просто сказал, что если закрылась дверь... Нет, там какая-то хуйня была в этом, в теннисном шарике. Он типа его про это просовывал. Посмотри, сейчас будет там тёмное. Да это не чип, это, блядь, надувают шарики. Это дырочка шарика, блядь, чтобы шарик надувать. Да это так не работает, блядь. Это не может так работать. Бля, ну знаешь, может на машинах, блядь, 98-го, да, типа. Ой, какой мальчик. Нихуя рука у него, блядь. Зачем это танк из Left 4 Dead, блядь? Я по нему прыгал на ручку. Надо, блядь, смерть. Блять, до боли в животе. Ломака! Ломака, это ты, блядь? Ломака, ты, блядь! Ломака вышел на улицу. Ломака до того, как Крым к России присоединили, блядь. Нахуй, блядь, еще 8, блядь. Поехал на отдых. Да, там водоизмещение, хватит воды, Ломака, ты не пробовал, блядь? Блядь, водородная бомба, блядь. Что? О! Это ж ютуба версия, блядь, типа, когда порно ищешь. Мам, я тебе... Давай, купи сейчас фен сейчас включит. Я тебе сейчас рэп зачитаю, а ты... Такой баян. Мне дадут привилегию в игре, только ты не ругайся, хорошо? Так, сейчас мне к микрофону надо повернуться. Так. Каблуца не на... А, понятно. Стой, 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 стой. Да я шарю, блядь, алё, нахуй. Всё не знаешь ничего уже, Вова, в моей коты, я не одиночка, если что-то качаешь, то мычишь. Блядь, они натанцевали сюда, почему не смешно, блядь? Бля, такой баян, пиздец. Без маски, без пиздец, не выходи. Только магазин, аптеку, необходимо только выходить. Вы этот Бэтмен, что-то там, блядь, пенис ночи. No. Смотрите, не говорите, потом мы не знали. Строго будет наказывать и штраф будет. И башку свернул, блядь. Так, все, я пошел. Давай. Ты куда, толстый, блядь? Куда, блядь? Опять мама ругается. Блядь, вот толстый съехал, блядь, опять все вебки поехали нахуй вообще. Пошел в бассейн? Солили бы с табаком! Все, нас не видно? Тихо, да, вас не видно. Можно раздеваться? Не, ну ты можешь раздеваться и камеру не выключай просто. Мы правда ничего не видим, да? Я правда заскриню и перепродам, блядь, потом где надо, но... Тихо, пацаны, я этого уёбка орущего в мут кинул. Хорошо, сейчас. Тишина. Че он там говорит? Слышь, переведи. Он говорит, что повод пообщаться, блядь, Даша, тебе. Говорит, помолчи, Миша. Ладно, я разбучу. Даш, Даш, ты со мной, Даш, ты со мной, ты... Даш, ты со мной, Даш, ты со мной. Да ты заебал, блядь! Закрой рот, блядь! Я с тобой разговаривал! Заткнись нахуй! С тобой разговаривал! Я тебе еще раз говорю, заткнись нахуй, блядь, ты заебал! Пока он не успокоится... Ты заебал, ты, блядь, уже 2 часа мне ебало выносишь, блядь! Сука, продлите бан, Твич! За что, блядь?
За что ты можешь, блядь, себя поспокойнее вести? Ты заебал орать, тебя попросили, блядь, заткнись нахуй на 2 минуты хотя бы. Ты это в состоянии я помолчал, сделать? Я помолчал, ты, блядь, в состоянии это сделать вообще, блядь? Ты сказал, ты меня замутил. Я тебя размутил, блядь, потом тебе начал отвечать. Ты сказал бы то, что замутил, размутил. Ну да, это есть такое. Ты больной нахуй человек, блядь, вообще. Ты, блядь, учишься в какой-то нахуй богословной... Кто знает где, блядь. Ты, блядь, учишься в какой-то православной школе, нахуй. И ведёшь себя как долбоёбка, это какой-то парадокс. Не вставай, помолчи, блядь, пообщайся конструктивно, пожалуйста, блядь. Ну я заебался слушать твои визги, ну честно, блядь. Пиздец. Фу. А, да? Да, вот так, можешь пообщаться? Хорошо, здравствуйте всем. Но это ненадолго, я знаю, это 3 минуты пройдет. Он сейчас опять посидит и заорет резко. Да, блядь, ну это... Не, все, 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 понятно. Меня уже ебало просто трещит, блядь, от него, нахуй. Чего? Не-не-не, все, понятно. Блядь, это тебе послание, нахуй. Делай кикфлип. А кикфлип — это трюки на скейтборде, блядь, да? Летаю, когда там буква скидана. Че за хуя, блядь? К этому отсылка, он так ведет грустно просто. Ой, блядь, пацаны, пиздец, это так сложно, нахуй. Он, блядь, вот знаете, он реально душит, это демон ебаный. Он послан из ада, блядь, чтобы высасывать энергию у стримеров, блядь. Он просто заебал. Когда у тебя батарейка, блядь, разрядится, ты, блядь, перестанешь себя вести, орать, блядь, пищать. Нахуя мне с тобой разговаривать? Возможно, блядь, типа, бля, Гайка смеется, и он с этого еще больше, блядь, вдохновляется, начинает хуярить просто по полной. Потому что он себя так никогда, блядь, не вел, да. Это все влияние вагины в нашем чате, блядь. Я и виновата, как обычно я. Нет, я ж его... Ну не смейся, блядь, и все, нахуй, он перестанет так делать. Вова, к себе обращение, Вова, можно поговорить? Давай, хорошо, давай поговорим конструктивно, давай. Ты скажи, ты не хочешь со мной общаться? Причем здесь это, блядь? Подожди, если я тебе не нужен искренне, давай я буду перед тобой ложным, давай я буду врать тебе, давай буду другим человеком перед тобой. Если ты хочешь, чтобы я тебе врал, чтобы показался тебе другим, чтобы молчала и скрывал свои эмоции и чувства, то ладно, хорошо, буду таким. Бля, ну чисто философская мысль, знаешь, ты для меня как человек очень важен, но, к сожалению, ты бываешь неадекватен временами, понимаешь? Давай. Ты начинаешь выкрикивать, ты ведешь себя как животное, Жожа, ты понимаешь это, блядь? Это просто надоело, Вову, понимаешь? Да, да, блядь, но к сожалению, понимаешь, я не могу повлиять на тебя никак. Я к тебе с душой, ты так, блядь, вообще, я не могу, что я сделал, я не таким родился, или, блядь, что со мной случилось? Скажи, Жожа, пожалуйста, блядь, вот чё ты сейчас, нахуй, изображаешь плачущую девочку, скажи, пожалуйста, чтобы тебя жалел чат, да всем похуй. Нет, они все спамят с моими. Он бы со мной так же сделал. Вообще не могу вообще общаться с этим человеком. Человек-тиран. Он помогается. Токсичные отношения у нас с ним. Да тебя, блядь, попросили на 2 минуты ебало завалить свое. Тебе это что так сложно, я не пойму. Да-да-да, победи. Ну, типа, вы поняли, да? Да, вот, блядь, Жожа, скажи нахуй, где твой отец, блядь? Почему он не придет тебе в еб... ноги не ушатает, блядь, чтоб ты слег нахуй. Я там. Не смотри на меня, сказал. Я буду смотреть на тебя, потому что, блядь, мне не смотри похуй. На меня, старенький мужик. Я знаю, что не работает твой мужик. Пацаны, на девятки, не сигнальте мне. Я не поворачиваюсь на вашего. Вот с такой хуйни, вот с такой хуйни им смешно вообще. Ой, блядь, да пиздец. Самое смешное, ты сидишь, ты не ожидаешь этой хуйни, ты вроде серьезно говоришь, он такой, не смотри. На меня старенький мужик, блядь, начинается. Как он заебал. Я тебя попрошу просто поспокойнее чуть-чуть себя вести. И все. У меня с камеры упала, блядь. Главные выводы я сделал. Блядь, да ты можешь сейчас ебало забрать. Чё, блядь, за хуйню я сейчас посмотрел? Понимаю, типа... Чё я, блядь, за хуйню сейчас посмотрел? Поджималась. Ауф. Чи? Или не чи? Чи? По-русски скажи. Чи, да. Парень, успокойся. Чи. Чи, да. Успокойся. Чи.
Понимаешь? Не чи. Чи, да? Чи. Блять, две минуты, кстати, он две минуты, блять, ебало завалил. Блять, он молча смотрите на это ебало, он больной, блять. Ну я реально говорю, он больной. Ну что это за хуйня? У него вебка не зависла. Ебать, думал, у него вебка зависла. Он, блять, даже сидит как маньяк, нахуй. Вот ну что с ним? Да, блять. Ты можешь, блядь, сесть нормально, нахуй? Да как я сидел? Я сижу нормально, что у тебя ебало такое, блядь, тебя на улицу нельзя я выпускать, блядь. Блядь, да пиздец. Мне да кажется, ты человека улыбаешься. Можешь убить, клоун ебаный. Примерно вот так вот. Бля, я просто это вот тут оставлю, блядь, на всякий случай. Просто, блядь, посмотрите, нахуй. Бля, чел, ты себе наебало сейчас не харкнул, блядь? Оно ж прилипло к потолку, потом на тебе на голову ебется. Чё ты снимаешь, блядь? Здесь регистрация, блядь. Тишина, блядь. Тупо я сука, вот я пить и гандер на мой мобильный. Бля, ломака сбежи. Бля, почему это так смешно, я не понимаю. Да можно под любую хуйню так. Это я, кстати, густрейтер себе плюс, бля. Опа. Ну давай, залезай сюда. Это не смешно же. Тихо. Охуенный компьютер Regard на базе процессора Intel Pentium 4. Продайте все нахуй и купите его. В подарок мы дадим вам ремень, чтобы выпороть маленького мерзавца. Теперь он сможет писать рефераты. Страшная реклама какая-то, на самом деле. $1500 за эту хуйню, блядь. Так. Это уже что-то смешное, по-моему. Эй, бля, российская шутка какая-то, блядь. Осуждаю. Вирус. Пошел ты нахуй. Да. Я еще водку буду. Бля, слоная водку подбухнул, блядь, все заебись. Смешная колбаса. А, она еще из Украины, блядь, говорил такое, блядь. Смешная колбаса. Коронавирус. Пошел ты нахуй, коронавирус, блядь. Плеваться нехорошо за других. Да, да, плеваться. Верблюд плюнул. Вербальный плевок. Блять, бля, ебать, она на Дашу похожа, пиздец. Да-да-да, особенно по носу, блять. На меня? Знакомься, это мои друзья. Не на тебя. Я говорю другу, что Brawl Stars говно, все дети из соседнего детского сада, блять. На моем запястье! Сука! Бля, ебать, я что-то проорал с этой хуйни, дядь. Короче, да, бля. Мы залезли на крышу, и мы туда лезли очень долго, короче. Паша, я сегодня полез, потому что там Дима, Максим из нашей, короче. Тоже один раз залезла на крышу, Максим... меня приняли. За бомжа или что? Или что, кто тебя... Нет, Дима полицейские приехали. Миша, хочешь это... Миша, хочешь Айтач увидеть, блядь? Давай. Блять, Даша, это тебе ножки, Даша. Блять, противно. Даша, облизывай, Даша, давай, фуд фетиш, Даша, давай. Даша, давай, облизывай пяточки. Я хуею с вас, ребята, блять. Бля, Жожа, нахуй. А скажи, почему так пахнет, блять? Опять пообзывай. Это грибки, блять. Бля, чел, покажи еще раз топу, у тебя грибок реально. Фу, воняет. Вот она у него плоская. Бля, чел, пиздец, что у тебя за кегля нахуй, пиздец? Ты что, боулинг ебашишь? Это 48, нет, блядь, или что? Какой это размер, нахуй? Сами попросили, нет, у меня плоскостопие, ну вы сами попросили, что, блядь, вы еще, блядь? Шрек. Чел, блядь, смотри, какая нормальная нога, бля, вот, нахуй. Вот, в носке, блядь. Ну, у меня плоскостопие, я как могу на это повлиять? Я с этим у меня родился, рука... блядь. Вот, смотрите, я сейчас на весь экран нового буду. Бля, ну вот вам не хочется ему в ебало съездить, блядь? Сразу надо, блядь. Бля, ну это пиздец какой-то, ну честно. Ебать ты, Жожу, конечно, перстик. Зачем он такую вебку сделал? Просто для чего он такую вебку сделал? Чтобы все люди посмотрели, блядь, какой ты долбоёб и что ты делаешь, пока мы нахуй. Ты только обзывать можешь, понимаешь? Ты просто, блядь, и то тебе думать тяжело с твоим мозгом обзывать. Да иди нахуй, блядь, ты. Ты только обзывать и свой придумываешь, блядь. Ой, блядь, что сказать? Ой, блядь, долбоёб хуйню несет, опять вот сидеть 2 минуты не может, опять хуйню несет. Просто не повторяйся уже, люди одно и то же уже слышали, блядь. Захибал, блядь. Ответил. Бля, ну он такой вообще дикий, блядь, не? Короче, да, он тебя замутил. 100 лайков. Да, замутил. Короче, на этом видосе 100 лайков, и мы выкладываем
еще одну вторую часть. Не мучай, я тебя убью! Че он там делает, блядь? А ты его замучил, блядь? Он орёт, слышь? Он орёт, сидит, блядь. Помогите, пожалуйста, блядь. Боже мой. Ой, блядь. Ой, эклерчик. Ой, блядь, ей кости. Эклерчик, блядь. Эклеры, говорю, чисто блядь. Эклерчик от Афони. Ебать, там пасту пацаны написали, пиздец, за что забанили? Там паста, это моя паста, блядь, охуенная, я что-то сказал. Ты больной, нахуй, человек, блядь, вообще, нахуй, ты, блядь, учишься, блядь, в какой-то, нахуй, богословный, ты, блядь, учишься, в какой-то православный, блядь, школе, нахуй, идешь себя как долбоёб. Это какой-то парадокс, блядь, не вставай, помолчи, блядь, пообщайся конструктивно, пожалуйста, блядь, ну я заебался слушать твои единственные, ну честно. Пацаны, можете мою пасту использовать в качестве троллинга, блядь. Понимаешь, о, я никого не подговаривал, и моя паста... Блядь, все, иди нахуй, допизделся, блядь. Жоша, тебе курточку дают. Бля, он чисто вот сирота, смотрите, бля, сидит такой бедный нахуй. А чё, честно, бля, он меня заботил или забанил? Да замутил, по-моему, да. У него ещё волосы патлы в разные стороны, как у психа, знаешь? Миш, попизди, пожалуйста. Миш, попизди, не так он реально псих, алё. Он реально псих. Синдаю. Бля, хуйня какая-то, бля. Бля, что за бред? Тихо. Вчера посмотреть мой видик обещал, если не впадло, оцени ПЖ. А, бля, чел.